Приветствую, меня зовут Дмитрий, я приехал из Алматы. Привет, Москве, я в гостях у веломастеров. И Алексей любезно согласился сделать обзор нашей замечательной фары в своем YouTube-канале. Мы сообщество электровелосипедистов и одноименный магазин, который известен в Алмате как Вольта. Я сам москвич и год назад приехал в Алмату и, в общем, активнейше влился в движение электровелосипедистов, о чем ни минуты не жалею. Вот. И здесь я для того, чтобы рассказать о нашем продукте, о велофонаре. Велофонарь называется Volta Blackstar 2000. Вы можете найти подробные характеристики его на форуме электротранспорт, если зайдете в наш раздел Volta, собственно. Volta Алматы можно набрать, мы легко там ищемся. А как сама тема называется? Фонарь Volta Blackstar 2000. Вот, можно забить, и, в общем, там уже некоторое количество копий сломано по нему. Собственно, вот, наконец, дошли руки его привести вживую, и я его даже оставлю. Я так полагаю, Алексей любезно позволит всем желающим его посмотреть, если не против. Вот. Отдельный привет Сергею 1985, известному на форуме. Подъезжай, проверяй, все здесь. Вот. Итак, что, начну? Значит, что мы имеем? Мы имеем такой прикольный четкий фонарик, сделанный в алюминиевом корпусе. Корпус сделан неплохо, нету никаких швов там. Ну, Алексей еще снимет отдельно, ближним планом можно будет увидеть качество продукта. Вот, значит, у него есть удобная скоба на шарнире, да, которая так немножко с натугой вращается, но это можно отрегулировать. Вот здесь есть винтики, вот, которые позволяют, ну, регулировать посадку этого шарнира. Значит, он трехрежимный, соответственно, по уровню мощности. По характеристикам 2000 честных люмен, потребление, если мне память не изменяет, 17 ватт. Потребление очень низкое, светит он продолжительное время. И самый главный плюс, он довольно дорогой, да? То есть за что он столько стоит? Он дорогой, потому что у него правильный пучок, да? То есть он там разработан специалистами этого дела, и не нужно допиливать что-то, изображать там, переделывать дешевые китайские фонарики и стараться сделать из них круто, да? Вот. Можно просто купить готовый и не париться. То есть это действительно правильный ближний свет. И, может быть, Алексей покажет наш кошачий тест, где можно будет посмотреть вживую, да, на кошачьих глазах, как это выглядит. Вот. У него есть три режима, соответственно, питается. Есть два исполнения этой фары с аккумулятором или без аккумулятора. Может работать от штатной DC-шки на 12 вольт совершенно без проблем. Да? То есть он 12 вольтовый, да? Да, он от 12 вольт работает. То есть в этой батарейке у нас 4S конфигурация, или 3S, или 2S? Ну вот она сделана 4, насколько я помню. Она сделана 4, вот так 4. Вот. Эта батарея, она в герметичном корпусе. Да, вон. Показываю. Залить его, утопить практически нереально. Так, конечно, не оценить это, нужны там бимшоты и так далее. У него три режима, чтобы его выключить, нужно нажать на кнопочку и держать. Он отключается, да, и кнопочка прорезиненная. Вот эта часть защиты от воды. Соответственно, вот шарнир, крепеж. Все это алюминиевое. Алюминиевое. Вот, с правильным отражателем, нужным наклоном. Все, так сказать, профиты, доказательства можете попробовать лично. Вот.
Мы видим 4 режима. Первый, второй, третий и самый яркий. Ну, то есть тут он конкретно уже светит на все свои 2000 люмен. Вон видно кошку. Если мы поставим ниже, да, мы видим, что глаза у нее не светятся. Отличный кошачий тестер. Вот она попадает в поле зрения. Соответственно, какие плюсы? Там поток, соответственно, света не размывается, все достаточно ярко. Пешеходы вас будут любить, так же, как и автомобилисты. Она не слепит, достаточно яркая. В общем, кругом одни плюсы, ну, за исключением разве что цены. Но она того стоит. Плюс она не греется. Горит продолжительно долго. Ну, в общем, что еще желать от фары ближнего света? Ага. По-моему, то есть идеал. Там у нас идет труба, и вот до трубы на четвертой у нас яркости она прямо все ярко озаряет у нас. Да, вон она труба. Расстояние, ну сколько тут, метров 30 где-то, да? Да. Вон есть... даже видно дальние глаза кошек. Они причем разноцветные. В одной синие глаза, а в другой золотые. Да, однако.